Приветствую вас на канале «Вкусный уголок». Сегодня я вам покажу, как заморозить перец на зиму. И делать мы это будем двумя способами. И для первого, и для второго способа перец нам нужно хорошо вымыть и почистить от хвостиков и от семян. Для первого способа мы нарезаем наш перец соломочкой. Такой способ заморозки используется для супов, для рагу, для овощных запеканок. На пиццу я тоже выкладываю такие вот кусочки перчика. И незаменим такой способ для детского питания. Так что этот перец можно добавлять куда вы только пожелаете. Теперь мы берем пакетик. У меня вот такой вот с замочком. Можно и обычные пакетики, наполняем его. Удаляем по максимуму из пакета воздух. Если у вас обычные пакеты, то тоже старайтесь удалить весь воздух. И желательно положить в два пакетика, чтобы у вас там не намораживался лед. Все, и теперь кладем в заморозку. Зимой мы такой перчик добавляем, не размораживая. Второй способ заморозки – это заморозить перец для фаршировки. Его можно замораживать уже готовым вместе с фаршем. То есть набить его фаршем и заморозить. Но я вам покажу, как заморозить просто перец, а потом его зимой фаршировать. Сейчас нам потребуется обычный вот такой вот кулечек маечка. Самый простой, какой у вас есть. Я его разрезала на несколько частей. И у меня получились вот такие вот, видите, прямоугольнички, квадратики, как порезалось. Берем перчик. И вот эту вот острую сторону, которая у нас, вот так вот обворачиваем кусочком нашего пакета. И засовываем в другой перчик. Это мы делаем для того, чтобы перчик в заморозке у нас друг к другу не примерз. И мы его зимой спокойно вот так вот извлечем столько штук, сколько вам нужно. Плюс это экономит место в морозилке. Потому что если вы заморозите перец вот так вот просто, да, там в каком-то пакете, то это у вас займет очень много места. Дальше мы продолжаем так же само. Обворачиваем и засовываем в следующий перчик. И так мы делаем столько, сколько вам нужно. Теперь мы берем обычный целлофановый пакетик, такой чуть побольше. Выкладываем вот эти вот стопочки в пакетик. Выпускаем по возможности воздух и хорошо завязываем. Я рекомендую положить в два пакетика, вот так вот, этот пакетик еще в пакетик, чтобы туда не попадал воздух и там не намораживался лед. Все, и вот таким вот образом ставим в заморозку, и у нас будет зимой вкусно фаршированный перец. Я надеюсь, что мое видео было вам полезным, так что готовьте с удовольствием, подписывайтесь на канал.